Далее священнослужители отправились в Новокузнецк. Всего они посетят 40 населенных пунктов. Безопасность сплава обеспечивают спасатели. Специалисты Управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны напоминают об осторожности на воде. Очень много появилось народу на берегах. За этими шашлыками и отдохнуть забывают про детей. Вот, пожалуйста, все-таки вы повезли детей отдохнуть. Но не делайте из этого радостного события печальное. За ребенком-то глаз да глаз нужен. И температура пока еще не соответствует купанию. Где-то сейчас от 7 до 8 градусов всего. Если человек еще тем более находится в состоянии алкогольного опьянения, понимаете, в чем дело? Вот холодовый шок, особенно в пьяном виде, наступает внезапно. Человек сначала не замечает, а потом начнутся судороги и так далее, и так далее. Вот санэпидстанция еще не проверяла воду. Я бы не советовал, особенно с детьми, купаться, потому что вода пока еще не отвечает санитарным нормам.